Итак, на ваших глазах мы вот закончили. Я передаю султанат зеркала. Да, можно сесть тихонечко. Голова может кружиться. Ну вот, покажись, посмотри, расскажи, какие ощущения, что видно. И опять же, мне интересен взгляд профессионала. Ощущение очень расслабляет, очень можно уснуть, можно избавиться от головных болей. А у себя на лице я замечаю, что у меня начинающие морщинки на лбу, мимические, также гусиные лапки и что-то вот с носогубными складками у меня как бы Как сейчас? Сейчас я абсолютно не вижу складок. Лапок нету. Да, и лапок, и складок в лобной дольке совершенно их просто нет. Вот, и, ну, я чувствую, что глаза, брови подтянулись вверх, то есть лифтинг лица, то есть подтяжка лица, она вот видна вот невооруженным взглядом, у меня открылся глаз, глаза открылись. Вот. В смысле глаза открылись? Ну, то есть получилась подтяжка лица вверх, у меня такой открытый широкий взгляд сейчас. Я это вижу. Вот. Ну вот, тебе как профессионалу вот такая методика понравилась? Конечно, понравилась. Я бы рада была научиться. Рада была бы научиться. Ну, то есть вот это результат, это как раз то, что мы видим сразу. Вот то, о чем я вам говорил, чем она хороша. Человек встает, и он видит другое лицо. Даже несмотря на то, что вот лицо как бы, ну, молодая. Женщина профессионально ухоженная, то есть практически вот казалось бы, да, но тем не менее, вот вы слышали. Спасибо. Может быть, будет время, мы еще повторим, будет еще лучше. То есть пропал эффект уставшего лица. Ну вот уже профессиональные термины в дело пошли. Понятно. Ну хорошо. Все, спасибо, я рад, что понравилось.